Не снимай, не выкладывай. Она эти большие штуки плохо ест что-то. И еще ее вот это тошнота какая-то начинается. После этого? Когда она эту начинает вынюхивать, она делает сначала так, а потом съедает. Это? Выходной. Поехали мы на базу стучать. Короче, по традиции, выходной. План такой, набрякаться до усрачки. Ну и все, собственно. Потом наторчаться дома, может поиграть в ИТС там, что-нибудь такое. Самое главное, съездить на базу, просто и оттопыриться. Ничем не занимаюсь, собственно. Никакого сверхъестественного какого-то плана. Просто набрякаться, просто кайфануть, провести выходной без пользы максимально. И все, собственно. Вот такой план. Что, собака? Поиграем что-нибудь? Фух, так. В прошлый раз было жарко. Аж вентилятор включил. Видишь, как маслает. Надо уборочку произвести. Позапрошлом бложике я тебе наиграл там Адель. Я слежу за одним барабанщиком, которого зовут Эшсон. Очень крутой барабанщик, дядька. Запредельное чувство времени. И оказывается, он сотрудничает со всякими там звездами, пишет им партии для песен, всяких альбомов. Писал он партию барабана для Адель. Есть на Ютубе видос. У него там такой сет с одной железкой. Я так понимаю, что это райд. И вот он всю дорогу в эту железку, короче, играет. Не снимай, не выкладывай.
не выкладывай. Какая охрененная партия. Просто гениально. Гениальная партия. Просто какой-то беспросветный кайф. Просто. Просто. Ну нахер. Эй. Пойди сюда. Красотка. В общем, вот такая ржачная интерпретация Гивитвей. А нога у меня охренела эти двойки выдалбливать. В общем, посмотрел сейчас. Криво-косо. Лучше сыграть без двоек, но четко, ровно. Я вообще в этой песне двойки в ноге очень редко играю. Во-первых, когда ты играешь меньше ударов, оно больше качает. То есть тум-та-па-тум-тум-пам-тум-тум. Качает. А когда ты там что-то мельтешишь, где-то что-то не добиваешь, что-то не считалось, короче, ты... От того, что ты устал, как собака, ты начинаешь троить, короче, и это все не в кассу. We'll be right back.
Так, слуханем сейчас. Что у нас вышло? Кончились палки. Идем до бачка. Пошли, собака. Обратно. Гололед, блин. Ой, сорян. Все, сейчас домой. Там, блин, немножко там потусим. И попрем опять на базу. Не снимай, блядь, не выкладывай. Короче, день тот же. 23-й сегодня. Я что-то прям залип на Адель. Смотрю кавера. Короче, пересмотрел кучу каверов. Хочу Rolling in the Deep еще сыграть. И вот пересмотрел кучу, как играют барабаны. Каждый играет по-разному, само собой. Где-то лучше звук, где-то хуже. Вот эти все вверху, это вообще отстой. Вот тут все звучит более-менее нормально. Но тут я обнаружил нечто странное. Давай вместе посмотрим. Может, ты тоже заметишь? Я замедлил, чтобы ты точно это смог заметить. Не хочу сейчас это включать запись экрана. Просто так запишу видосик недолго. Вот смотри, он взял палку, да? Посмотри, как он ее держит. Так, палец еще на палочке, да? Все, ок. Смотри. Все. Блин. И вот так он будет играть дальше, продолжать. Посмотри. А, нет, уже нет. Смотри, где палка, где палец. Взял? Взял? Как это поймать, я не знаю. Сейчас попробуем. О! Отлично вообще. Полный контроль. Молотковый хват. Ты тоже так играешь, нет? Ну как ты можешь направлять палочку? Блин, у меня здесь палки нет. Просто. Ты же себя, считай, лишил вот этих двух пальцев. Просто. Ты играешь вот этими четырьмя пальцами, получается. Да? Держа палку вот так. Как сиську. Мамкину. Странно, конечно. Пацан упакованный. Есть какая-то техника, звучит все прилично. Но вот такой минус в технике, короче, присутствует. Вот это пошла полная отсебятина. Такого нет в партии. Я пересмотрел кучу партий. А, где-то, значит, в первом куплете хэт играет на и. Где-то восьмыми. И вот мы видим третий вариант. Хэт играет на раз, два, три, четыре. Два. Да? Нет? А, нет, тоже на и. Вот на раз играет. Угу. Взял палку, да? Взял? Да, взял. А почему здесь ты ее не взял? Почему здесь? Ты держишь так, а там держал так. Это же вообще, я просто не понимаю, почему? Ты же просто лишаешь себя контроля и все. Сразу. Я так думаю. Это просто неудобно. Хочу сыграть эту песню. Так как я ее услышал, сейчас тебе покажу где. Шикарная партия. Бочка. Хэт открывается на и. Он играет хэт на и. Ну тут все понятно. Во всех каверах здесь есть брейк. Че-то это. Та-та-та-та. Как видишь, ничего не играет вообще. Поехали дальше. Вот такая вот штука на хэте. Снейра нет пока. Том, вот что мне вкатило.
Ты видел? Классно слушается. Вот пошел Том. Шикарно вообще. Поговорим за простые песни. В чем сложность простых песен? В том, что любой косяк, сыгранные криво 4/16 на малом барабане, они просто торчат как маяк такие. Такая, знаешь, флажок сразу такой. Я кривая хуета. Просто такой вот. Из тебя флажок такой вылетает, и на нем надпись. Знаешь, когда я играю какие-то сложные биты, типа вот пиратская тун-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 тун. Оно как-то само собой получается. Для меня это не сложно. Может быть, для кого-то сложно. Для меня сложнее всего вот играть вот такое, понимаешь? Где фиксированное расстояние между ударами. Где любая сдвижка сразу становится заметной. И кто-то говорит, что это простые ритмы. Запиши мне всю песню целиком. Да, сыграй все брейки вот эти вот. Та-та-та-та, ровненько. А я посмотрю и скажу, хорошо ты сыграл или нет. Потому что для меня вот это самое сложное. Играть очень простые песни. Это так дисциплинирует. И вообще, ты бы знал, сколько я дублей сделал, пока четко сыграл вот этот брейк. Та-та-та-та, в малый барабан. То один удар не в римшот попадешь, то еще что-нибудь, то чуть криво, короче. Это просто, я тебе говорю, сразу такой флажок вылетает такой. Я давно хотел сыграть эту песню. И я до сих пор не удовлетворен своей игрой. Но я устал, короче. Может быть, сейчас через минут 10 еще попробую один заход сделать. Меня в партии смущает. Я смотрел вот это видео с радио. Короче, второй куплет везде в нотах прописан так. Малый барабан. Там, там. Там. Короче, в каждую долю малый барабан. Но я могу так сыграть, но мне это не нравится, понимаешь? Я видел вот этот видос с радио, там нет такого. Там чувак просто сыграл в том, короче, как я вот сейчас сыграл, и в малый, вторую часть. И это четко вообще классно прозвучало. Хочу так же. Starting in my
Не снимай, не выкладывай. Смотри, куда я тебя задрал. Ну, как-то так. Вроде ничего. Все равно мне второй куплет не нравится. Я не хочу его играть, как в оригинале, короче. Тон, мало права. Вот. Надо было его весь играть в тон 3. Описываю его, мать, для верности себя люблю.